Друзья, всем привет! В коем веке я выбрался покопать с друзьями в лес. Шикарная погода, хорошая атмосфера. Лес, конечно, зарос немного, но, в принципе, такое можно ходить. В общем, вышли совсем недавно, но я от машины отошел метров 30, может быть. Выкопал железячку и есть первый цветной сигнал, сейчас вам покажу. Еще попадается керамика здесь. Копаем опять же по скифам, по РЖВ. Я думаю, что какие-то находки должны быть. Обязательно досмотрите выпуск до конца, я думаю, будет интересно. Идем смотреть находочку. Значит, смотрите, друзья, находочка, вот она. Сейчас вам как-то на солнце ее покажу. Часть, я не знаю, браслет, может быть, это была, или шейная гривна, кусочек. Но это, мне кажется, что это ранний железный век. Вот такая вот частичка попалась. В общем, ну и вот с этой же ямки керамика. Керамика скифская, она такая в середине черная, если ее сломать, снаружи коричневая, внутри может быть черная тоже. Ну, в общем, вместе правильно мы ходим. Новое место зацепили. Попробуем тут походить. Вот такие вот дела, в общем. Вон Сережка там в кустах гребется. Сигнальчик какой-то у него тоже. В общем, идем искать дальше. Смотрите, не переключайтесь. Мне просто сон приснился, Серега. Вот здесь вот я сейчас выкопал часть браслета. И? Вот смотри, темочка. Пожалуйста. Прикинь. Совсем рядышком. Прикинул, отличная находка. Ну такой, чуть видишь, покоцанный. Но все равно. Видишь, какой-то патине еще. Может быть, где-то в каком-то теле застрял. Не, в теле вряд ли. В кошельке, наверное, кожаном. В кошельке кожаном. Пусть будет в кожаном кошельке. Попробуй, кстати, на эквиноксе, как он будет у тебя звучать. Подожди, я прибор. Вот вам и находочка, друзья. Вот рядом совсем. Вот здесь вот часть браслета, вот здесь вот наконечник. Сейчас будем тут это место выхаживать. Все. Не прощаемся, иду искать дальше. Друзья, коп копом. Ну, я тут прошелся 5 минуточек и смотрите, сколько опят я понаходил. Тут их просто тьма. У меня нет ни пакета, как, никакого, ничего вообще. Я думаю, что я их заберу, сниму кофту, положу их в кофту и заберу. Их просто тьма. Растут вот в таких вот местах. Тут более затененное такое место. Там, где мы были на солнце, с той стороны, там они большие, уже такие старые, некрасивые. А тут просто такие, ну, красавчики, посмотрите на них. Шикарные опята, просто шикарные. Заберу эти все грибы. Все, вот там где-то мой приборчик. Места красивые, конечно, лес зарос, но можно попробовать походить. Сережка только что вот там вот где-то нашел наконечник. Все, идем искать дальше. Друзья, опять просто тьма. Смотрите, вот остановился на 2 минутки. Буквально. Тут их куча просто целая. Растет. Смотрите. Просто очень много. Я не знаю, сейчас, наверное, закончу я с поиском. Нема куда их ложить. Сейчас сниму футболку. Завяжу футболки рукава. И насобираю грибов.
С находками как-то все печально. С находками как-то все печально. Находок нету, хотя Моника нашла топор сейчас. Я сниму сейчас футболку, сниму кофту, у меня там футболка под низом. Сниму футболку, завяжу рукава футболки и насобираю туда грибов. В общем, коп плавно перешел в поиск грибов. Просто их очень много, они классные, такие молодые, не хочется оставлять. Находок все равно нету, а так грибы дома поджарятся. Тем более опята вкусные грибы. В общем, все, идем собирать грибы. Снял я футболку, друзья, сделал вот такую вот кошелку, рукава завязал вокруг горла. Получилась вот такая вот лукошка такое, я не знаю. Сейчас сюда погружу эти все грибы и буду идти по дороге еще собирать. Вот так вот, в общем. Грибочки вообще замечательные, смотрите. Такие красавчики. Просто огонь. Можно их, если сразу все не съесть, то можно их почистить, отварить и заморозить. И ничего им не будет. И будут они всю зиму в морозиловке лежать. Достался зимой. Листья потом повыбираю. Достался я зимой, на сковородочку поджарил, картошечки сварил, и сказка. Вообще, смотрите, какие. Еще будут опята, еще молоденькие, классные вообще. Все, вот такое вот. Приеду домой, это все почищу. Лукошка у меня получилась. Все, забираем, идем дальше. Я думаю, что будет полный. У меня там еще лежит куча грибов под пенечком, где-то там оставил. Сейчас найду их. Иду уже в сторону машины. Сейчас заберу там грибочки по дороге. Забыл вам сказать, друзья, я еще нашел заколку скифскую. Что? Как успехи? Ничего, да? Я грибов насобирал. А топор? Грибов? Да тут их везде. Ребят, хочу вам показать, чтобы вы понимали, сколько грибов. Вот смотрите, вот грибы, вот грибы. Где? Вон грибы. Их столько просто здесь. Просто немерено. А! Сережка, их тут тоже куча. А Бенни все влезли в этот. В эту майку мою. Вот вообще молоденькие. Ой, класс. Целыми семьями растут. Так, сложили. Этих еще заберем. Идите сюда. Их тут просто немерено. Где-то тут еще видел. Вот прям под ногами. Вот. Вот. Опята. Вот смотрите, положил. Положил свою майку на грибы. Вот еще. В общем, очень много. Где-то там под деревцом, под каким-то из них, лежит еще целая куча. Так. Покажу вам пока. Смотрите. Хоп. Семейство. Вот эти уже такие более взрослые. Но хорошенькие все равно. А вот эти... Помоложе. Такие пушистые. Вон еще один спрятался. Видите?
Может быть, блин, поломал. А может быть и не один. Хоп. Так, что тут у нас? Вон гриб растет. Опачки. Где-то тут я на пенечке их видел. Целую кучу. Пока идешь, их можно. Пока до пенька дойдешь, их можно кучу насобирать. Ой, блин, сколько их тут. Просто. Блин, просто немерено. Прям семьями растут. Хоп. Жменька грибов. Вот видите, на пенечке как красиво растут. Блин, как их. Еще одного хочу зацепить пальцем. О, шикарно просто. Отдохнули, покопали. Вон они прям под ногами, видите? Вот сейчас шел здесь. Шел. А их тут вот целая куча. Опята. Опята прикольно собирать, кстати. Они растут такими кучами. Можно сразу ведро набрать. И, кстати, классно, их чистить не надо. Вот эту юбочку только снял. Корешочек отрезал и все. И варится. Он под лопатой еще один. Так, все. Сейчас это все в футболку. Иду дальше. Ребята еще пошли что-то искать. А я уже наискался. Смотрите, как красивенько растет. Видите? Вот еще два. Ой, зашел за дерево. Тут их просто тьма. Кстати, вырывать грибы можно. Грибница так не нарушается. Потому что сейчас, я чувствую, начнут писать в комментариях, что рвать нельзя, надо срезать. Можно вырывать. Ничего им не будет. Все, складываемся, идем дальше. Пята растут, вон прямо на дороге. Чуть не наступил на них. Я уже даже не знаю, куда их складывать, если честно. Эти опята. Класс. Блин, давно я опята не собирал. Очень нравится. По скифам, друзья, грустновато. Эх, как бы их взять так все. О. Забрал. Где-то еще. Вон растет. Вот, смотрите, я тут хожу мимо них и не вижу их. Туда шел, не было. Иду на обратном пути, уже есть. Но уже целая. Целая футболка у меня грибов. Почистить надо будет только от листиков. Это старые, я решил их не брать. Отложил отдельно. В общем, по скифам тишина. Один наконечник у меня, заколка. Где-то шел, только что видел гриба. Блин, вот сейчас уже не вижу. Прикол какой-то. Наконечник, заколка. Что там еще я нашел? Вроде все, ничего интересного. Такое, Серега, он еще с Моникой ходит. О, вот, смотрите. Целое семейство. Вон еще. Только стоит присесть
и посмотреть на них. Эх! Тяжело было вырвать в траве. Не знаю, надо ждать зиму, мне кажется. Потому что лес, смотрите, вот он просто зимой, он открытый полностью. Вот этот весь папоротник, вся эта трава, она ложится и ходить красота. А сейчас, конечно, во-первых, ходить тяжело. Во-вторых, находок как-то нету. Ну и комаров, соответственно, нету тоже. Классно очень. Так. Грибы, грибы. Может сходить их занести в машину, вернуться еще насобирать. Не знаю, правда, зачем мне столько грибов. Но... Эх. Блин, в руку не помещаются. Блин. Один берешь, второй выпадает. Как-то взял пальцами по... Позагибал их. Не знаю, соседям пораздаю, может быть. Людям приятно будет. Так. Серега где-то там ходит, с Моникой копает. А машина наша где-то там. Лес такой заросший, просто жесть. Зимой так видимость где-то метров 500, может 300. Сейчас все. Все, друзья. Наверное, на этой веселой ноте будем заканчивать коп. Грибов насобирал. Доволен, счастлив. Наконечник нашел. Булавку скифскую нашел. Время провел не зря, можно сказать. Все. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем удачи, всем пока!